Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу вам рассказать о нашем мега-супер-распылителе. Вкратце о том, кто не видел мой обзор, рассказываю. Удобный, практичный, классно держится в руке. Вот такой маленький, удобный распылитель компании Гинка. Значит, основная его фишка в чем? То, как он распыляет. Посмотрите, насколько тонкое распыление. Вот об этом я забыл вам рассказать. И даже не рассказать, а даже забыл вам показать. То есть рассказать я рассказал, но не показал. Мне даже один коллега надо мной подшутил. Говорит, Дмитрий, говорит, все говорит, рассказал. Говорит, а как распыляет, не показал. Воды, видно, пожалел. Точно пожалел, теперь показываю. Смотрите, насколько тонкое распыление идет. Я за 12 лет не встречал еще распылителей, которые так тонко распыляют воду. Если же вы владеете информацией, что есть какие-то еще распылители, которые тонко-тонко так распыляют, ну, поделитесь со мной, чтобы я знал. Я пользуюсь распылителем компании Гинка. Я им очень доволен. И я всем его настоятельно рекомендую. Цена его достаточно недорогая. Вот, ну, для такого хорошего, качественного инструмента. Так как у нас сейчас курсы валют пляшет туда-сюда, сегодня я не могу вам озвучить эту сумму. Вы мне пишите уже в личку, спрашивайте, я вам всегда скажу. В нашей компании цены фиксированы, и вы его сможете всегда купить по доступной цене для вас. На текущий момент у нас представлен данный распылитель только вот в черном цвете. Повторюсь, да, и здесь вот наш логотип компании Гинка. Также здесь бывает еще логотип «Я люблю мои волосы», «I love my hair». Это тоже наш распылитель, это все то же самое. Вот. И в заключение немножечко расскажу о расческе 339 и о том, как нужно отделять проборы. Многие говорят, вот у вас такие крутые расчески, за что мы должны их покупать, почему мы должны покупать эти расчески. Коллеги, показываю, вот за что. За четкие, идеальные проборы, которые позволяют сделать нам данная расческа. Посмотрите, суперские, идеальные, четкие, ровные проборы, посмотрите. Благодаря поломанному зубцу мы получаем четкие проборы. А четкие проборы – это четкость в наших стрижках. Посмотрите, вот сейчас еще раз. Вот, посмотрите, какой четкий ровный пробор. Вот вторая, пожалуйста, пряточка пошла. Отделили, эту тоже убрали. Вот, посмотрите, как четко ровное отделение происходит. Раз. Два. Все, мы готовы отделять. Все, параллельно пробору мы состригаем, да. Еще раз показываю, допустим, вот пробор, допустим, центральный, к примеру, пробор, да, мы хотим сейчас чуть нашего парня потревожим. Вот, смотрите, установили, провели. Раз. Два. Посмотрите, насколько четко и ровно получаются данные проборы. И также, поверьте мне, они будут у вас ровно, четко получаться на живой голове. То есть, взяли, установили расчесочку, поставили палец к ребру, да, и проводим. Оп, остановились. Расчесали. Все. Вычесали. Все, четко, ровный пробор. Установили палец. Оп. Ровно и четко. Смотрите, четкие, ровные проборы. Давайте еще наклоним, покажу вам. Вот, смотрите, установили. Оп. Четкие, ровные проборы. Давайте еще покажу. Вот. Раз. Посмотрите, насколько четко и ровно это получается. Благодаря
четким ровным пробором, у вас будет всегда четкая и ровная стрижка. Давайте еще тут покажу. Установили. Посмотрите, насколько четко, ровно мы получаем четкие ровные проборы. Это же очень-очень красиво. Посмотрите, посмотрите, это же какая красота. Ну, собственно, это все, что я вам хотел рассказать, показать. Я, наверное, буду скоро делать небольшие обзоры о том, как нужно работать нашим инструментом. Многие меня уже об этом просили, спрашивают: Дим, покажи. Вот делюсь с вами своим опытом. Все. Посмотрите, насколько четкое оно отделение. Параллельно пробору мы делаем оттяжечку. Расчесали. Раз. Посмотрите, очень-очень четко, очень все ровно. Если вы сторонник четких стрижек и вам это нравится, покупайте наши расчески. Если же у вас будут какие-то вопросы, пишите мне в комментариях, задавайте их, не стесняйтесь, я буду всегда вам рад ответить. Всем точных стрижек, всем хорошего настроения, всем пока!